Что ж, сегодня мы начинаем обсуждение последней темы. В наших слайдах эта тема обозначается римской цифрой 6. И называется эта тема «Деяния Божьи». Я бы очень хотел, чтобы у нас хватило времени разобрать доктрину сотворения, но, скорее всего, вам придется изучить эту тему самостоятельно, чтобы получить какое-то представление. И вот на следующих наших лекциях я бы хотел поговорить с вами об усыновлении Божьем и всем, что из этого следует. И, конечно, вы понимаете, что мы не сможем обсудить все, но я все же надеюсь, что мы сможем с вами прояснить все необходимые вопросы и поймем, что принимается всеми, о чем ведутся споры, какие есть различные мнения на этот счет среди евангельских христиан и какие есть мнения среди христиан, которые не считают себя евангельскими христианами. И вот как мы с вами начнем. Я бы очень попросил бы вас набраться терпения. Знаете, есть большое искушение при обсуждении этих вопросов сразу перейти к рассмотрению аргументов той или иной стороны. И, к сожалению, многие именно так и поступают. И при этом говорится очень много всего, но у меня большие сомнения, сколько из всего этого можно понять. Я полагаю, это одна из причин, почему по этим вопросам не так много понимания, как должно быть. Зачастую используются термины и понятия, которым никто не потрудился дать определение, и как следствие путаница. Поэтому я пришел к выводу, что начинать надо с определений основных понятий. Я понимаю, что это не самое интересное занятие в мире давать определения, но я очень прошу вас набраться терпения, и я обещаю вам, что когда мы, наконец, перейдем к рассмотрению различных точек зрения, вы будете рады, что вы разобрали со мной все эти определения. Что ж, достаточно для введения. Мы переходим к теме усыновления Бога. И прежде всего, давайте рассмотрим определение. Вы можете следить за информацией на слайдах, а также на той, которая находится в ваших распечатках и в книге «Нет подобного Ему». В этой книге есть раздел, в котором рассматривается этот вопрос усыновления Бога. И давая определение, мы должны с вами рассмотреть, хотя, конечно, сделаем это очень кратко, используемый термин. И мы с вами не будем останавливаться на этом слишком надолго, потому что все это подробно описано в ваших распечатках. Вы видите, что есть много ветхозаветных терминов. И если рассмотреть все эти термины, то основная идея, которая в них содержится, состоит в том, что эти термины имеют отношение чьей-то воле, чему-то выбору, решению, совету. И вот на слайде вы здесь видите три ветхозаветных слова. Это «эца», «соуд» и «мезима». Также есть слово «кафец», которое означает «наклонность», «предпочтение», «расположение». Есть еще слово «рацион», которое означает «угодить» или «обрадовать». И, как вы видите, большинство этих слов — это имена существительные, хотя это существительные, которые произошли от глаголов. Теперь новозаветные термины. Наиболее основное слово, по всей видимости, это слово «буле», которое происходит от глагола «булымай». И произошедшее от этого слова существительное говорит об усыновлении в общем, но при этом указывается, что усыновление основано на совете и размышлении. Затем есть еще одно распространенное новозаветное слово. Это слово «телема». Это слово относится к совету Бога, к тому, что бы Он хотел сделать.
оно подчеркивает преднамеренный, а не совещательный элемент Божьего совета. Другими словами, это то слово, которое подчеркивает не то, что Бог думает, что бы Он хотел сделать, но само решение, которое Бог принимает. Что ж, затем еще одно слово — Евдокия. И ударение в значении этого слова делается на свободе Божьего намерения и на радости, с которой Он их исполняет. Что ж, это те термины, которые используются. Однако мы с вами знаем, что определение терминов — это не то же самое, что определение концепций. Поэтому мы с вами должны поговорить о том, что подразумевают богословы, когда говорят об усыновлении Бога. И здесь я хотел бы поделиться с вами одним определением. Взято это определение из Вестминстерского краткого катехизиса. И вот какое в нем дается значение. Это его вечное намерение, соответствующее изволению его воли, посредством которого он предопределил все, что происходит для своей славы. Что ж, я думаю, общие кальвинисты, они будут очень рады такому определению. Может быть, они что-то и добавили бы к нему, но очень незначительно, в зависимости от того, какой разновидности кальвинизма они придерживаются. Но в основном, если вы придерживаетесь кальвинистических взглядов, то такое определение вас должно устраивать. И кто-то может подумать, что армянин такое определение не примет, отвергнет. Что ж, многим армянам будет некомфортно с таким определением. Но возможно и такое, что армянин скажет вам, посмотрев на это определение, что, в принципе, это то, во что он верит, если только добавить, что то, что Бог предопределил, это то, что он предвидел, что это произойдет. Если сделать вот такое добавление, то это определение сможет устроить многих армян. Но на данном этапе перед нами не стоит задача разрешать все эти споры и разномыслия. Нам просто нужно дать определение. И вот теперь посмотрите на следующий слайд. Объяснение природы божественного установления и презентацию того, как различные формы теизма, будь то арминианство, кальвинизм, открытый теизм, процесс-теизм, как они понимают идею божественного установления, согласны ли они с тем, что существует такое понятие, или они с этим не согласны, и что они подразумевают под понятием божественного установления. Все это можно прочитать в книге «Нет подобного ему» в 11 главе. Что ж, идем далее. Очевидно, что, изучая понятие установления Божия, мы соприкасаемся с Божьей волей. И вы, и я, мы все прекрасно понимаем, что для простого христианина в церкви очень важным вопросом является определение Божьей воли. И христиане, я думаю, признают, что самым лучшим для них будет жить в согласии с Божьей волей. Но как только мы такое говорим, мы тут же задаемся вопросом, «Но как же я могу узнать Божью волю, чтобы жить в согласии с ней?» И вот ответ на этот вопрос, как мне представляется, может показаться нам трудней, чем мы первоначально ожидали. И все это потому, что понятие «воля Божья» само по себе достаточно широко и достаточно размыто, потому что понятие «Божья воля» может означать самое разное. И поэтому далее в нашей лекции, и это будет отражено на слайдах нашей презентации, а также в ваших распечатках, я бы хотел поделиться с вами о том, что обычно понимается, когда говорится о воле Божьей.
Я постараюсь это объяснить. Я думаю, все это поможет вам лично для себя лучше представлять не только то, как следует понимать те тексты Библии, в которых говорится о Божьей воле, но и четче, конкретнее понимать для себя, в чем же заключается Божья воля. Итак, первое значение Божьей воли, как мы можем понимать, что есть Божья воля, это мы можем ссылаться на так называемую наставительную Божью волю. Когда мы с вами говорим о наставительной Божьей воле, то мы с вами говорим о правилах жизни, о правилах благочестия, которые оставил Бог для своего творения. Другими словами, наставительная воля Бога — это Его закон, а Он, в свою очередь, содержится в Писании. Итак, если кто-то скажет, «Ну как же я могу узнать, в чем же состоит Божья воля, что Он ожидает?» Что ж, в зависимости от того, что имеется в виду, если речь идет о ситуации, которая затрагивает нравственные вопросы, и человек задается вопросом, как ему правильно поступить, то мы можем ответить, это нравственный вопрос, и Писание дает на него ответ, раскрывает нам и показывает, как поступить в этом конкретном случае. И мы можем смело утверждать, что Божья воля в том, чтобы мы не говорили неправды, или что Божья воля в том, чтобы мы не брали того, что нам не принадлежит. Божья воля в том, чтобы мы не забирали жизнь у человека, на которого разгневались. Поэтому, что касается поступков, которые попадают в нравственную категорию, то я думаю, в большинстве случаев мы знаем, какова Божья воля по поводу каждого такого поступка. Однако очень часто, в большинстве случаев, когда люди задаются вопросом, какова же Божья воля, они не столько задаются желанием узнать наставительную Божью волю, они скорее пытаются узнать то, что мы называем декретной, установительной Божьей волей. Вот представьте, кто-то стоит перед дилеммой, он рассуждает, я точно знаю, что Бог хочет, чтобы я занимался служением, но я пытаюсь понять, что Бог ожидает от меня, чтобы я был пастором церкви здесь, в Америке, либо уехал миссионером в другую страну. А быть может, Бог ожидает, чтобы я нес служение учителя. А если так, то мне стоит задуматься о том, чтобы продолжить свое обучение. О, как бы я хотел знать Божью волю, как же мне поступить? Ищите нас в поисковых системах. И вот такие вопросы встают перед людьми достаточно часто. И как вы понимаете, здесь нет нравственных предпосылок.